Итак, друзьяшки, сегодня мы хотим с вами поделиться видео из разряда «Как же мы живем и развлекаемся в США». Во-первых, мы живем в Hartford area, то есть недалеко от Хартфорда, столицы штата Коннектикут. Есть здесь замечательный музей Hartford Athenaeum. Ну, справедливости ради, нужно сказать, что мало кто вообще слышал о Хартфорде вообще как таковом, что есть такой город. Тем не менее, в таком вот небольшой столице, небольшого штата Новой Англии, в художественном музее собраны полотна таких людей, как Винсент Ван Гог с его автопортретом. Поль Сезанн. Я прошу сразу прощения у любителей искусства, если я произношу неправильно имена великих творцов. Поль Гоген. Боюсь даже. Да, вот Татьяна, как наш сегодняшний эксперт по искусству, может более правильно произносить имена художников, особенно Поллока. Поллока, да. Когда дойдем до современного искусства, правильно говорить Поллок, а не Поллок. Клод Моне. И это все, ребятки, собрано в одном зале. Писар. Да, Камиль Писар. И водяные лилии Моне. И это, ребятки, вам не какой-то музей, там, скажем, Метрополитен, да, в Нью-Йорке. То есть это музей в Хартфорде. Хартфорд, не является самым топовым музеем. Вот вам еще Винсент Ван Гог, например. Вот. Так что вот такие удивительные открытия, в общем-то, это еще один показатель того, что далеко не все, что мы знаем об США, да, об Америке, о всех ее штатах, многие вообще, то есть когда мы сказали, что мы переезжаем в США, то есть было два вопроса, а куда, в Калифорнию или в Нью-Йорк? Черт побери, кроме Нью-Йорка и Калифорнии, здесь еще как минимум 48 штатов на континенте есть, не говоря уже о прилегающих территориях. Поэтому просто еще одна иллюстрация того, что много, скажем так, большая часть айсберга скрыта под водой. И очень много очень классных, очень замечательных вещей может быть скрыто совсем непримечательных, мало кому известных местах и городах. Да, я помню его. Мы с ним в прошлый раз встречались. Вот, особенно хотел бы вам показать одно место. Это называется Большой зал. Мне он очень-очень нравится. Сейчас мы как раз туда спустимся быстренько. Зал, который мне очень нравится. Здесь собраны лучшие полотна коллекции в стиле классицизма и романтизма. Поздний Ренессанс. Вот. Здесь я просто буквально в прошлый раз провел несколько часов. Конечно же, здесь ходят охранники, которые следят, чтобы никто эти бесценные полотна не испаскудил. Вот. Yes, sir. Так, возвращаемся в нашу комнату, где охранников поменьше. Это комната звезд. Да, это комната звезд.
конечно, это большой зал. Тем не менее, в общем-то, еще одно дурацкое свойство, непонятно по какой причине. Какие-то моменты вы можете прийти и сказать, что окей, там можно снимать, фотографировать и прочее. Другой момент вам могут прийти и сказать, нельзя снимать. Вот. С чем это связано, трудно понять. Но пока мы приобщимся к прекрасному, а чуть позже вернемся к теме современного искусства. Точка номер два. The Grand Hall. Практически двухэтажное здание. Два этажа этого зала заполнены действительно великолепными работами. И говорю очень тихо, чтобы меня охранники не поймали здесь. Некоторые вещи можно, кстати, рассмотреть, пожалуй, только с балкона второго этажа. Вот, как, например, здесь великолепная такая батальная сцена американского флота, но мне она очень нравится. Прогуляемся, потому что когда искусства слишком много, от этого тоже начинается головокружение. Пухнет голова, а мы пойдем проветримся.